Совсем скоро после ремонта откроет свои двери взрослая поликлиника в Видном. Работа уже находится в завершающей стадии. В обновленном здании появится отдельный кабинет выписки льготных рецептов. Чтобы пациент не стоял в общей очереди просто для того, чтобы выписать рецепт. Часто бывает, он не может записаться к врачу просто потому, что там много больных, которые реально должны там на осмотр какие-то прийти. А тут он конкретно приходит за рецептами. Раз в 3 месяца он обязательно осматривается врачом, а так вот его фельдшер осматривает в таком экспресс-режиме. Кабинет будет работать по будням с 8 утра до 8 вечера. На прием можно будет записаться через портал госуслуги, информаты в самой поликлинике, а также у лечащего врача. Рецепты могут получить как федеральные льготники, у которых есть группа инвалидности, так и региональные. Это и онкологические, и диабетики, и бронхиальные астмы. И хронический панкреатит, их очень много, этих пациентов, которые на диспансерном учете состоят. Сейчас же, пока взрослая поликлиника временно располагается в здании детской, льготные рецепты можно получить на сестринском посту на 2-м этаже. В любой день может пациент прийти, выписать препараты. При себе иметь нужно документ, паспорт, полис. За рецептами на льготные лекарства ежедневно сюда обращаются более 70 человек. Экономит массу времени, можно дополнительно не тратить время на запись к терапевту, подойти сюда и выписать любой рецепт. Всего же на учете у видновских медиков состоят более 45,5 тысяч жителей муниципалитета с хроническими заболеваниями, имеющих право на получение бесплатных лекарств. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное 2.